7 января в ночь под Рождество ударил сильный мороз, как положено. Повалил снег, закружила метель, народ из храма выходил и не узнавал город, уже засыпанный снегом. Но морозы в Ахтубинск прошли ненадолго. Уже через неделю потеплело, и птицы, воробьи, синицы весело защебетали у кормушек. Весной запахло. И наша съемочная группа поспешила к Нине Николаевне Рыбниковой в гости, как к опытной дачнице, владеющей многими секретами, знаниями по выращиванию садово-огородной продукции. Итак, первый вопрос хозяйки оранжереи. Какое будет лето? Лето всегда тяжелое, потому что так есть доброе выражение, оно очень нравится. Как потопаешь, так и полопаешь, с одной стороны. Вот, поэтому удачника всегда весна и лето, да и осень, в принципе, тяжелое время года. Потому что те, кто работает, кто сажает, высаживает, занимается дачей, у них всегда хороший урожай. Это редкий случай, когда у кого-то что-то не получается. Ну, бывает, не получается что-то. Но в основном, если начинаем топать весной, то к осени топаем с большими ведрами. Сеять семена на рассаду овощных культур, сказала Нина Николаевна, еще рано, но не все. А сейчас, продолжила хозяйка дома, уже надо посеять цветы и микрозелень. Кто любит цветы, занимается цветами, конечно, и устому надо было посадить в декабре, по идее, но еще не поздно, можно и сейчас посадить. Она зацветет где-то в июне месяц. Посеять, да, посеять семечки, да. Вот, петунью сейчас можно посадить уже, как бы ее нужно сажать уже. Если хотите, дельфиниум можно посадить вот сейчас на рассаду. Помидоры и огурцы сажать однозначно не нужно, рано, да. Ну, если для ранних сортов, можно посадить перец, немножко перца, немного баклажана, да, чтобы потом высадить, прикрыть под пленку. Помидоры, конечно, через месяц где-то. Сейчас также можно посадить для себя. Это микрозелень, сейчас очень, ну, популярная микрозелень. Я даже брала обычный горох, покупала обычный горох в пачках и сажала его. Сажал, у меня вырастал 5-7 сантиметров буквально в течение недели. И я его резала в салат, и, вы знаете, довольно-таки вкусно. Обычный горох. Это обычный горох. Поэтому вы можете посадить дома для себя или микрозелень. Это единственное, поставить, конечно, в теплое место. Все, что вы будете сажать на рассаду, потому что солнышко мало, или подсветку делать им, и обязательно теплое место, чтобы было место где-то до 30 градусов, 28, 26, 30 градусов. Если температура ниже, то при такой темной погоде, ну, оно потянется или попадает. Кстати, метеорологи обещают зиму и весенние месяцы без сильных морозов, а потому высадку готовой рассады овощных можно будет начинать в конце апреля. Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.